Привет, ребята! Сегодня мы будем выбирать самый вкусный йогурт. Так, давай посмотрим, что мы накупили. 8 разных фирм. Сначала мы будем пробовать йогурт такой. Биомакс. Биомакс. Каким вкусом? Посмотри-ка. Со вкусом черники. Ну, давай-ка попробуем. А можно это облизать? Да, нет, возьми ложечкой. Так, Семир любит облизывать крышечки. Кто из вас любит тоже крышечки? Ну как он, вкусненький? Не жидкий? Ну ты рассказывай нам, а то мы не поймем. Ты он черниковый. Черниковый? Сладкий? А там есть кусочки ягодок? Нет ягодок? Ну-ка я посмотрю на ягодок. Вот это. Там есть. Там малюсенькие есть только. Не такие большие. Ну, нормально. А там есть ванильные. Так, что дальше ты будешь пробовать? Клубничный йогурт. Активия. Клубничный. Пробуем. Всемирно облизывай крышечку свою. На свою крышечку облизывай. Все как обычно. Активия. Йогурт, который помогает пищеварению. Во-во-во. Вкусный? Так у тебя все, наверное, вкусные получатся. Надо будет выбрать все равно самый вкусный в итоге. Да, выгодой, мама, выгодой. Сейчас мы посмотрим. Вот какой. Вместе с этим. Ну, подожди, ты еще его не попробовал. Это в самый конец. Ну, вот этот похож на предыдущий. Биомакс. Угу. Ну, если честно, там как будто... Следующий йогурт. Есть какой-то привкус. Теперь ягодный йогурт. Мело. Так, какая фирма? Давай посмотрим. Савушкин продукт. Ну, давай, пробуй. Семья, сейчас я тебе открою крышечку, и ты будешь ее лизать на свою любимую крышечку. Пробуем. Так. Пробуем. Так, что там за консистенция такая? Средненький? А тебе? Понравилось, как пальчиком ты покажешь? Вверх? А почему этот пальчик, когда надо вот так, так или так? Как тебе? Средненько. Ну-ка, дай-ка я попробую. Что там? Ну, он такой более жидкий. Пробуй. Как желе. Наверное, там много стабилизаторов. Ой. Следующий. Да. С шариками. О, ну, это все любят так, да, Анисима, с шариками. Сам йогурт у нас какого будет вкуса? Да, зиму за тубами. Сейчас попробуем. О, все уже чумазенькие. Все как положено. Главное здесь шарики не рассыпать. Вот, смотрите, во. Позади. Что это там? Ну, Семир. Прибавь на свои. Меня. На свои. Да я уберу тебе крышечки. Как высыпать? Ну так. Ну давай помогу. Вот, это проблема. Всегда высыпать, чтобы не мимо, да? Кстати, шарики вкусненькие. Угу. Получается 3 шоколада, да? Или 2 шоколада? А, 2 шоколада. Нет, 3. Мне кажется, не 3. Как выпьем. Пробуем! Ну, давай, давай, ответственный момент. Ну как? Вот, вкусный. Средненько. Вкусный? Ну-ка, дайте я попробую. Семир у нас как истинный мальчик. Тюнь-тюнь-тюнь. Вот тут консистенция йогурта уже лучше. Потому что в этих трех как будто мел. Апельсиновый. Эпика. Посмотрим. Посмотрим, там что-то есть. Красным апельсином.
Пускай так. Пробуем. Да бог ну, да давай, давай. Это ваш ужин, кстати. Йогуртовый. Так, большущий. Пробуем. Ай. Такой густой, походу. Ням-няма. Не густой, походу, густой. Конечно, густой. Как творожок, но это йогурт. Че, средний? Тебе как себе? Так себе? Посмотрим. Мам, авокадо льво. Это прям густой, густой. Авокадо льво. Ну, вкусный. Мам, авокадо льво. Больше на творожок смахивать, чем на йогурт. Следующий йогурт. Какая фирма? Покажи. Вишня. Покажи. Ну-ка, разверни. Кроме деревни, да? А здесь тёть. Попробуем. Причём он термостатный. Попробуем. Термостатный. Типа натуральный. Попробуем. Шоколадку не открывай. Пам-пам-пам. Такой не до конца налили. Не целую баночку. Ты сразу с вареньем возьми, там внизу с варенье. Все нет. А когда сверху он не сладкий, что ли? Без варенья. Посмотрим. Да, не сладкий вообще. Ты вот так смотри. Нет, детям такое не по кайфу. Столько. Это варенье. Вот. Такой тягучий. Ну-ка. Дай-ка варенье попробую. Попробуй-ка варенье. Ну как? Вкусно? Это тебе! Лимонный! Какая фирма? Покажи. Покажи, Слобода. Кто-нибудь пробовал? Слобода. Живая еда. Теперь вот это. Это в конце надо. Мам, на, облизывай свою эту крышечку. Пробуем! Ну, давай. Ням-ням. Ну как? На вид он самый гладкий. Так. Не густой. Теперь это. Не сильно густой, не сильно жидкий. Я это. Ням-ням. Лимонный обхват. Но мне кажется, что лимонный пока самый вкусный был из всех. Растишка яблочно-грушевая. Не люблю яблочное. Да. Вот грушевая, да? Ну как? Вкусно? А какие там шарики? Ну вот розовые. Типа фруктовые. И белый шоколад. Это самый вкусный. Ну, потому что он детский, да. Вот. Фу, он уже яблочный. И вареники. Яблочный. Ну, ладно. Ну, но по консистенции он хороший, да. На вкус для детей такси. Ну, давай распределим места. Кому отдаете первое место? Говори. Этому, Растишке. Показывай. Растишке. Так, наши дети выбрали Растишку на первое место. Второе место кому отдадим? Мама, папа. Лимончик? Пробовать. Лимон, пробуй, конечно. Кому будем второе место давать? Лимонному? Да, лимонный. Вот мне лимонный больше всего понравился. Он такой сливочный, да? Угу. Попробуй еще раз, Елислава. Вот после растишки попробуй его. Мне кажется, он вкуснее даже, чем растишка. Потому что растишка с этими штучками, поэтому вам вкусненько. А вот этот сам по себе вкусный. По-моему, гениально, кто придумал его с лимоном. Просто гений. Гениально. Хорошо, это второе место. Кто у нас третье место занимает? Мам, вот. Вот этот? Не сладкий? Это только белый не сладкий. А вот это вот варенье сладкое.
Третье место отдаем домику. Так какое же третье место? Кому это вам? Такой или такой? Какое третье место? Вот это. Вот это самое первое. Так, ты первое растишки выбрала. Ой. Третье? Это бы тоже второе. Второе место тоже? Не все равно было. Ну давай, они типа вдвоем такие молодцы. На втором месте. Кто у нас на третьем в итоге-то? Выбирай. Два вот этих на третьем месте? Да. Это. Так, первый победитель. И это. Третье место. Все. И вот. Так, а вот эти? Три оставшиеся. На вкус как мел. Мелок туда добавили. Ну, чуть-чуть. Ну так. Честно так стоит, себе. Да? Ну что вы скажете, друзья? Ну, вкусненько. Вкусненько. Да. Хороший у вас ужин-то получился. Йогуртовый, да? Классно. Ну, ладно. Друзья, ставьте в комментарии, какой йогурт любите вы. Вы когда-нибудь пробовали лимонный? Скажите. Да, Бобби. Пробовали. Если найдете, купите обязательно, попробуйте. Угу. Это реально вкусняшка прям вообще. Так, эти мы так себе, на последнее место. Ну, растишка, он же детский. Конечно, всем детям нравится. Ну, и эти йогурты. На третьем месте. Ты что, скушал все? А, ну да, Анисима вот он скушал. Конечно же, все любят. А я пока съем вот такой. Ну, давай, кушай. А я пока-пока тут съем. А я тогда такой съем. Лимончик мой любимый. Ей. Во! Я ебать. И у меня есть борода. Борода? У меня тогда будет такая борода. Как борода. Всех поздравляем с 1 сентября. Кстати, поздравь, ребят, кто в школу-то пошел. С Днем знаний. Да? Поздравляй. Поздравляю вас с Днем знаний. Скажи, чтобы учились. Я тоже отдаляю Днем знаний. Чтобы учились хорошо. Они пятерочки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Да, ну все, давайте все. Пока! Пока! Ням-ням-ням-ням.